В Государственную Думу внесен законопроект от фракции «Справедливая Россия». Согласно этому документу, депутаты предлагают отменить обязанность владельцев авто оплачивать налога на транспорт. Как заметил лидер фракции, в связи с коронакризисом большинство россиян столкнулись со снижением уровня доходов, поэтому было бы справедливо избавить граждан от этого финансового обязательства. Подробности читайте на сайте.